Правая рука доктора. Трудно переоценить роль медицинской сестры. Она наблюдает и ухаживает за больными, оказывает первую помощь пострадавшим, выполняет простые манипуляции и процедуры, записывает результат осмотра и рекомендации доктора. Подчеркнуть значимость представителей этой профессии – это одна из целей конкурса «Своей профессии. Горжусь». Ежегодно в апреле в преддверии преддипломной практики его проводит Саровский медицинский колледж. В нем принимают участие лучшие выпускники, оценивает их строгое жюри, куда входят представители клинической больницы номер 50. В этом году отмечается также высокий профессионализм. Все очень хорошо подготовлены, выстроена четкая позиция, видят свои цели, достижения. Конкурсантки на высоком уровне. Пяти конкурсанткам предстояло пройти 4 этапа. На первом соискатели вакансии участницы подготовили резюме и рассказали о себе потенциальному работодателю. На втором этапе теоретическом студентки в формате своей игры отвечали на вопросы по педиатрии, хирургии и другим дисциплинам. Затем последовал этап фармакология. Девочкам предстоит привести в соответствие лекарственный препарат и соответствующую группу лекарственных препаратов. И, конечно же, самый зрелищный, самый ответственный конкурс последний – это сестринская деятельность. Вот здесь как раз наши выпускники демонстрируют все и общие, и профессиональные компетенции, которые они освоили за годы обучения. Студенткам предстояло продемонстрировать умение работать в команде, оказывать неотложную помощь в стрессовой ситуации и навыки общения с пациентами. До этого этапа дошли не все конкурсантки, а только те, кто набрали высокие баллы в предыдущих. В тройку финалисток вошла и Дарья Погребенко. Девушка блестяще проявила себя в непростом испытании. Я решила принять участие в конкурсе, потому что хотелось попробовать свои силы. Было интересно узнать, как я могу себя проявить, какие у меня знания теоретические и практические. По итогам всех испытаний Дарья Погребенко стала победительницей конкурса «Своей профессии. Горжусь». Эта победа еще одна ступенька к мечте. С детства девушка хотела помогать людям. В планах у Дарьи после окончания медколледжа пойти работать медсестрой, а затем поступить в медицинский вуз и стать врачом. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.